С тех пор, как в 2011 году глава МВД Рашид Нургалиев подписал указ о введении нового праздника, каждое 17 апреля в нашей стране отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. В Ленинском районном УВД по этому случаю уже традиционно собрались наши ветераны на свой праздник. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Хотелось бы процитировать слова одного поэта. «Кто долго жил, тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает». В Ленинском районном совете ветеранов УВД состоит более 100 человек. 25 из них награждены боевыми наградами и медалями. 3 участника войны. Это люди, которые посвятили всю жизнь охране порядка, которые увидели разные жизненные ситуации. Теперь, добросовестно отработав на благо Отечества, они понимают, что главное – это мирное существование себя и своих близких. Евгения четверть века проработала в полиции. Для нее любой повод встретиться со своими сослуживцами – это и есть подарок. Всплывают воспоминания, как мы работали, как коллектив у нас был очень хороший. И такой был коллектив, которого я уже больше не встречу никогда. И поэтому пообщаешься, встретишься, вспомнишь молодость, вспомнишь жизнь, которая прошла. А жизнь у этих людей прошла интересно. Настолько, что, будучи уже на пенсии, они продолжают посещать Ленинское УВД и передавать свой опыт молодым специалистам. Помимо этого, ветераны активно принимают участие в общественной работе, организуют уроки мужества и участвуют в различных мероприятиях по поднятию духа патриотизма и авторитета полиции. Движение – это жизнь, общение – это краски жизни. По инициативе председателя Совета ветеранов Ленинского УВД особо активным его членам в честь праздника были вручены грамоты и подарки. Но самым лучшим знаком внимания для этих людей была и остается просто возможность собраться всем вместе и услышать теплые слова поздравления. Я просто от души хочу всех поздравить с праздником наступающим. Всем пожелать здоровья, потому что ветеранам, как никогда, и взаимопонимание. Для них самое главное, не надо там что-то необычное, материального. Главное, чтобы помнили, не забывали. Все были рады увидеть друг друга и следующую встречу решили провести в преддверии праздника 9 мая. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.